Единая Россия обсудила проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья в повседневной жизни. В заседании круглого стола приняли участие депутаты, представители профильных ведомств и общественники. Собравшиеся говорили о том, как найти пути решения этих вопросов и сделать жизнь людей комфортнее. Предложение направят для включения в народную программу партии. Задача партии сегодня услышать те проблемы, которые есть у нашего народа. А самое главное, мы первую стратегическую сессию проводим именно в реабилитационном центре для людей с ограниченными физическими возможностями. И, наверное, вот те проблемы, которые у них есть, лучше них никто не знает. И мне бы хотелось, чтобы сегодня вот мы в дискуссии обсудили вот эту предвыборную народную программу, где бы мы обсудили все те проблемы, которые сегодня есть. «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу. Каждый житель России может внести свою инициативу и стать ее соавтором. Принять участие в формировании народной программы можно как онлайн, так и офлайн.